Так, смотрите, под пленку сажать надо, хотя бы половину него говорят, да, можно было под пленку. Ну, кто-то бутылками накрывает. Ну, первый блин. Лабасов Леонид. Добрый вечер всем. Валерий Константинович, после искусственной сертификации 4 апреля высаживал ваши косточки абрикосов. Так, абрикосов, черешни Буднера, вишен войлочный, жуковский, сибирский штамм, ранетка, дичавший, уссурийки. На сегодняшний день некоторые косточки абрикосов не проклюнулись. Не проклюнулись все вишни жуковской и сибирской штамбовой, черешни Боднера, груши уссурийки. Стоит ли ждать пробуждения или можно убрать в холодильник до следующего года? Холодильник. А где они? Погодите, а где они? Это что, вы их каждую косточку выкапывать будете из грядки? Чтоб холодильник. Или они у вас до сих пор в холодильнике? А, вы пишете, высаживал. А как же вы их обратно-то соберете? Так, и этот вариант не исключен, но подождите еще немного. Могут зайти. Так, нет следов обрезки. Так, что такое? Нет следов обрезки, нет. Может, почки выламывали, а верхушка росла. Или южный саженец так растет. На юге они рослеют наших, это само собой. Ну, кроме моих. Мои-то южным не уступают, но это исключение из правил. Видели бы, какую дрянь выращивают те, которые все-таки питомники сохранились. Вот. Или южный саженец так растет. Но, видите, я не видел ваши эти. Кто их сделал такими длинными без боковых веток, я не могу сказать. Так, ну что, не сказать, что все идет, не сказать, что триумф, там, вспомним это, Сергея Селивошко. Вот. В принципе, большая часть, у них другие проблемы. Константинович, как рассаживать? Сейчас это так густо растут. Я говорю, нельзя ждать осень. А осень вообще будут друг на друге расти. Вот чаще так получается. Здесь достаточно угадать со сроками. Вот. Ну что, закончили мы. Не получилось середина наполовину. Не так много триумфов. Вот. Ну и не так уж и плохо. Если брать в целом наше направление. Значит так. Склокина Николая еще раз с днем рождения. Елена Александровна, хорошей дороги. Вот. Может, кто-то вас встретит, кто сейчас среагирует на это, на наш вебинар. Всем остальным желаю удачи. Вот. Надеюсь, что мы с вами ровно через неделю встретимся. Мы с вами закладываем основу нового садоводства. Если бы не вы, у меня бы так не получалось. Получилось так. Я вроде оракула, потом переводит на нормальный язык тот же Павел Троценко. И количество просмотров удесятеряется и устаряется. Поэтому будем продолжать. Я надеюсь, что мы с вами еще при моей жизни вырастим уже сотни тысяч садов. Сейчас уже сотни есть, тысячи, тысячи. Надо доказать, что это. Их так без доказательств мы их ничем не переубедим. Вот. Шутка ли сказать? Через неделю просмотров будет 400-500, а этот одним фильмом их сделал 6, уже, наверное, 6, 7 или даже 10 тысяч. Как количество. Вы поверят ему, поверят. Настолько убедительно говорит. Ужас. Как противопоставить? А и уже в тысячи. Они сейчас на этом только и зарабатывают. Все, друзья, до свидания. Антон Валерьевич, просьба прислать мне ссылку на этот вебинар. Вот. Прощаюсь с вами. Будем ждать лучших времен. А знаешь, что такое лучшие времена? Ой. Погода меняется, климат меняется. А вот все успокоится. 5 областей подверглись жуткому урагану. Это только за 3 дня. Это вывороченные с корнями или изувеченные, изломанные деревья. Привитые деревья, политые потом. Потому что люди не знают, что их не надо потом поливать. Что ко многим подходить-то нельзя. Столько труда. А потом эти ослабленные деревья
вот так, после таких специалистов, которые их отрежут ветки, ослабят так, что потом они от простого ветра ломаются, а уж ураганные перенести не могут. Ведь такой ураган, и все сначала, и еще тысячи, и еще десятки тысяч, еще сотни тысяч. Столько опущенных рук после этого. Растил, растил, все мировое, все переломано. А как вырасти деревья, чтобы они не это, чтобы ураган над ними проносился? Ну как? Человек только сейчас на наших глазах, я вам показывал. Вот. Лучше делать штамп. Зачем привитому дереву штамп? Почка с боковой ветки. С боковой ветки почка. Какой нахрен штамп? Почему он не поднимает у агроном разницу между сеянцем и деревом, который худо-бедно, но штамп есть. Не всегда высокий. И привитым деревом, который почка с боковой ветки стала деревом. Какой штамп? Возьмите боковую ветку, вот так она растет. Представим себе, что ее отрезали, выпрямили, воткнули в землю. Просто воткнули. Где у нее штамп? Мало нас, ребята, помогайте. Все, пока. До свидания. Разволновался. Спокойной ночи.